На заседании рабочей группы подвели итоги мониторинга социально-экономической ситуации на предприятиях концерна. Знакомство с потенциалом предприятия помогло определиться с некоторыми моментами грядущего финансового оздоровления. Встреча с трудовыми коллективами помогли расставить приоритеты. Производство и люди готовы к работе. Общая задача, чтобы наши заводы с учетом наличия оборотных средств получили дополнительные заказы и начали безубыточную деятельность, сказал глава Чувашии Михаил Игнатьев. Работа началась и в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина и председателя правительства страны Дмитрия Медведева. Сейчас совместно с Внешэкономбанком проводится ряд корпоративных мероприятий, цель которых – передать в управление госкорпорации «Ростех» компанию корпоративного управления «Концерн тракторные заводы». В результате предприятия должны выйти на плановые показатели, считают члены рабочей группы. К этому моменту наблюдательный совет ВЭБа одобрил дополнительное финансирование в размере 1,5 миллиарда рублей.